Здравствуйте, я Феликс Якора и рад представить наше молодое красное вино, бренд Дюке Майор. Это вино мы приготовили в нашем заводе традиционным методом, настаиванием сока винограда на кожице ягоды винограда. Для вина мы использовали примерно 85% винограда сорта Tempranillo и 15% сорта Viura. Когда вы наливаете это вино, видно, что оно молодое. Очень выразительный аромат, много фруктовых ноток. Цвет его интенсивный, фиолетовый. Это вино должно подаваться около 16 градусов. Вино подходит практически к любым блюдам. Я приглашаю вас попробовать, потому что вы будете действительно удивлены характеристиками этого вина, его фруктовостью, а также особенными ароматами. На здоровье!